27-летняя Светлана Лобода стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». По просьбе Ивана певица посчитала пальцы своей правой ноги. Поп-звезда появилась в студии вечернего шоу в ярком монохромном образе. Светлана надела красный костюм с топом в тон. Блондинка дополнила лук серебристыми босоножками на шпильке. Певица оставила волосы распущенными, а макияж сделала с акцентом на губы. Иван показал обложку сингла «Новый Рим». Эпатажное фото вызвало громкие обсуждения еще и от того, что поклонники Лободы насчитали на ее ноге 6 пальцев. Света, а что это вдруг у нас появился здесь 6-й палец? Что это за шутки анатомички? Вы не даете нам рассмотреть обложку, когда женщина готова облизать собственную ногу. Обратился к своей гостье Ургант. Та в ответ рассказала, по ее мнению, смешную историю. Сингл вышел в полночь, а уже через полчаса исполнительница позвонил руководитель ее пиар-службы со словами: «Света, катастрофа. Мы выпустили сингл, там 6 пальцев». В это время Лобода укладывала спать свою старшую дочь Еву. Девочка начала спрашивать: «Мама, откуда у тебя 6 пальцев?» Та сказала дочери, что сама не поняла этот казус. «Когда прислали обложку, я решила, не надо затирать. Оставляем, пусть идет в народ», — сказала певица Ивану. Шоумен поинтересовался, по какой причине у нее появился этот знаменитый 6-й палец. «Это подушечка, которая завернулась. Так мне объяснил мой фотограф», — пояснила Светлана. Однако Иван продолжал настаивать, что это именно 6-й палец. Тогда Лобода высоко подняла ногу и дала возможность телезрителям рассмотреть ее стопу. «Видишь, какая у меня здесь выемка? И вот она завернулась», — сказала она Ивану. «Вот женский организм. Чуть что завернулась, и лишний палец. У мужчин все по-другому», — заверил Ургант. Он также спросил, что символизирует эта обложка. «А язык ты просто расслабила рот, и он выпал случайно», — спросил телеведущий. «Он иногда вываливается. Вышел прогуляться», — с улыбкой ответила Светлана. Лобода в конце декабря побывала на шоу Ивана Урганта. Певица пожаловалась, что по пути на съемки попала в пробку. Суперзвезде пришлось пересесть на метро. Недавно Лобода в купальнике показала свои роскошные ножки.